Всем привет. Как бы я живу здесь, а там есть еще корпуса. И как бы думал, что сейчас встал по Уралочке. Уралочка это там, получается, где живу, вот смотрите. Поняли? Так что в этом корпусе сверху живут. Там висят 4 вещи. Значит, там тоже живут. Пойдем сходим вниз, посмотрим, что там. Что там далеко-далеко можно ходить. Я просто не ходил, думал, что ходить. Сверху что-то падает. Ух ты. Прикольно. Тумбочки. Я же получаю чуть повыше. Прям буквально чуть-чуть повыше. Сталк. Нет, цвета нету. Блять, дверь закрыта. Сниму сейчас, что там находится. Так. Короче, там находится кровать. Камеры видно, ничего не видно. И матрас, и все. Нет, какое-то растение. Ай, блять, это крапива ебаная. Нихуя себе в крапиву влез. Ух ты, сука. Я думал, что за хуйня меня какая-то колет. А это крапива ебучая. Сука, первый раз. Блять, пиздец просто. Закрыто нахуй, блять, исходи, блять. Зачем, сука, решил снять здесь, блять, гай, блять, крапива. Так, что мы видим там? Кровать стоит. Блять, сука, просто пиздец. Крапива, фу, блять, шкаф. И кровать. Вот это поворот. Блять, сука, в крапиву влез. Мы видим чей-то фартук. И дофига всякой херни. Дверь. Стеклянная дверь. Если розетка работает или нет. Фу, блядь, здесь еще пауки, ебаные, нахуй, сука. Все. Тут, походу, я закончил. Тут, кроме фартука, больше ничего нету. Идем дальше. Смотреть, что есть там дальше. Ну, блядь, крапива, это жесткая тема. Сука, я думал, она как-то не так шьет. А она прям пиздец шьет. Кстати, вот беседка какая-то. Она вроде с моего окна видна. Не работает. Тоже закрыто. Что мы здесь видим? Тумбочку. И все. Сегодня здесь уже, наверное, не знаю, какой день нахожусь. Но там, короче, кровать стоит и тумбочка. И на полу валяется одна тумбочка, и все. Ну, крапива, сука, блядь, я манал по крапиву. Где она, блядь? Вон она, прямо дальше, нахуй, это хуйня ебаная. Вот она. Вот, сука, крапива. Нет, вот. Я на это уже... Сука, блядь, ёбаная крапива. Вон там еще есть корпуса. Сейчас еще и туда сходим, посмотрим, что там. Видео обрабатывать никак не буду, идет монтаж просто. Сейчас я сразу сниму и залью на канал. Тут живут сверху. Какие-то комнаты, давайте просто посмотрим, что там. Там матрас. И все. Там прям стоят матрасы, вон, и даже видно. И больше ничего там нет, там стенка. Здесь все то же самое, даже можно пройти. Просто не открыто, хочу как-то проходить. Пахнет мочой какой-то, как будто кто-то обоссался. Знаете, я не понимаю смысл от стекол здесь. Не суть. О, сетка. Кумров. Короче, здесь та же фигня. Любу. Вечно навсегда. Ну, где-то прям конкретно закрыли, туда не пойдем. Ох, закрыли, молодцы. Здесь опять висят вещи. Там мы тоже не пойдем. Ну, а вот снизу. Походу, можно сказать, потому что там какая-то мусорка впереди.
Вообще здесь мусорка нахер какая-то. Ступеньки просто прогнившие. Блядь, я наступаю, она просто домой проваливается. Запах неопознанный какой-то. Знаете, лагерь-то действующий, просто это комплекс для рабочих. Рабочих здесь не хватает, поэтому как бы вот комплекс заброшенный. А так, в принципе, здесь все нормально. Там тупик, короче. Как пройти туда вниз, я не знаю как. Сейчас, секунду, хотя можно. Блин, лишь бы на гости наступить, а мне завтра работать. Сегодня выходной. Весь день сидел, играл в телефон, в танки. Ой, блядь, здесь гусик. Сидел, играл в телефон. И не знаю, чем заняться. Охидите. Я в них просто наступаю, проваливаюсь. Да, это прям капец как люто. Одному лазил, хотя пофигу, отменить один. Ой, блядь, нихера себе, паутина. Как я запер... Да ебал эту путь. Что это, стоит противопожарная хрень? Стены каменные. Мне бы опять в эту ебучую крыльку не влететь. Блядь, здесь очень так, что нихуя ничего нету. Но есть еще одна лестница. Это раз лестница, вот вторая лестница стоит. Здесь хочется, может быть, только что. Да, здесь только что были. А, ну ясно, теперь куда было заходить. Будем здесь, пройдем прямо. Вот еще что-то комната. Посмотрим, ну, здесь заброшенная, видите? Там не хочу заходить, может, он кто-то живет. Ну, это был вот корпус. Вон еще есть корпус. В принципе, там, наверное, тупик. Знаете, что такое? Это турник. Знаете почему? Такие тут не свои ебануться. Весело будет, конечно, нахер полетать. Не суть. Видим, сохнут подушки. Прикольно. Также листья валяются на полу. Обои сорваны. Соседняя комната. Вообще дырка в потолку. Походу там тоже была дырка, только я не заснял. Посидись. Деревяшки висели прям так, поэтому заметил. Что у нас здесь? Херня. Кстати, матрас. Он очень твердый, потому что здесь деревяшка. У меня в комнате точно такой же. Точнее, ну здесь в комнате. Розетку. Это не понимаю, зачем это было сделано здесь. Не факт. Ну, окна открываются. Идем дальше. Стоит матрас, перегородил всю комнату. Заходим. Она здесь всякая фигня. Картиночки еще поснимаем. Давай камера. Не знаю, что-то камера не хочет фокусироваться. Какой это год? А, короче, календарь висит. А какой год, здесь вообще не написано ничего. А, 2011 год.
Если это 2011 год, то довольно-таки неплохая комната. Она чистая довольно-таки. Фанера стоит. Ну, только бутылки стоят и все. Так? Нормальная всего комната 2011 год. По-моему, здесь вообще кто-то убирался. Жить собирался сюда заехать. Посмотрите на эти обои. Они идеальные. Может сюда съехать? А? Блять, Вик, это хуйня на окне, фак. А, не суть, уходим, время. Видео уже минут 10. Сюда его, там, две беседки, походу, и все. А, это сама. Лол. Место положим, короче. Не, ну вообще нормально так. Бедра пожарные. Хрень какие-то. Тумбочка как из жопы. Хотя не в жопе чище, наверное. Опа, есть навесик, значит снизу есть тоже комнатки. То мы сегодня прогуляемся. Так, здесь корпус закончился. Нет, здесь еще. Ух ты, здесь стоит он, дверь. Первая закрыта. Открыта. Что у нас здесь? Пол. Прикольно, дверь закрылась. Ну, одни матрасы, и больше ничего не уходим. Идем в беседку, в ту беседку, и там снизу были еще комнатки, там походим. Уже темнеет. Опять листья, блядь, трещи. Ух ты ж. Погнали, там пусто. Кресло. И бильярдный стол. Кстати, прикольно, пакетики до сих пор есть. Мешочки для шариков, а самих шариков нету. Так, стоп, мы здесь везде были, да, она были. Идем прямо и вниз туда завернем, там посмотрим. И, наверное, будет на этом видео заканчиваться. Говорю, здесь помещалось около 100 человек на Уралочке. Раньше, точнее. А, ну здесь какой-то столик был раньше, походу. Ну, как бы, ничего интересного нет. Уходим отсюда, идем в те нижние корпуса, которые мы видели. Я, конечно, к ним вообще не хочу идти. Не знаю, просто, наверное, для чего-то схожу. Как я уже говорил, монтаж я делать не буду. Просто прям сразу сейчас отсниму и залью. Сегодня число второе. Если, конечно, я залью. Это не факт, что я вообще залью. Ну, ты здесь. Пиздец. Блядь. Ясно, уходим. Девятое. Точно так же ничего нету. Видео уже на 14 минут. Блядь, извините, кто-то обосрался.
А это, походу, тоже ебучая крапива или нет? Эти палка прикольная. Там еще одна комнатка и все. Ну да, здесь все, больше ничего нету. Шахматная фигура. Но нет. Думал, там будет какой-то типа, у нас ящичек. Ух ты ж, блядь. Хуя себе, блядь. Ой, блядь, нихера. Пахнет херню какой-то. А, это типа это самое, как его? Мир. Наркоманы, короче, которые. Больше там, в принципе, ничего не было. Все, мы вышли. Дошли, откуда мы выходили. Вот эти же подушки. Ну, я пошел в сторону дома. Да, вот второй корпус, который сейчас будет. И все, я дома. Итак, всем пока. Когда следующее видео, я не знаю, вообще, вы видели это видео, тоже я не знаю.